Казахстан – страна с уникальными природными богатствами. Природа – самое драгоценное, что есть у человека. Сегодня во всем мире ведется борьба с изменением климата по предотвращению возможного ущерба от парникового эффекта. Забота об окружающей среде в числе главных приоритетов ERG. Eurasian Resources Group – крупная международная горно-металлургическая компания. Родина ERG в Казахстане. Сегодня предприятия группы соответствуют нормативным требованиям. В то же время компания нацелена на самые высокие нормы. В ERG разработана и реализуется экологическая стратегия, которая поможет добиться существенных результатов в снижении эмиссий, а также углерода. Инвестиции в программу до 2030 года составят порядка $1,6 миллиарда. Для устойчивого климатического и экологического развития ERG работает сразу в нескольких направлениях. Развитие возобновляемых источников энергии. В компании стартовал долгосрочный проект «Большой ветер» с общей мощностью ВИА до 3000 мегаватт. В рамках проекта в Хромтау начали строить ветроэлектростанцию мощностью до 150 мегаватт. Станция позволит предотвратить выбросы до 500 тысяч тонн углекислого газа в год. Применение вторичных энергоресурсов. Программа по применению вторичных энергоресурсов работает на Аксузском заводе ферросплавов. Здесь для обеспечения теплом предприятия используется ферросплавный газ. До 2026 года планируется построить утилизационные станции на Актюбинском и Аксузском заводе ферросплавов. Современные станции позволят сократить потребление энергии, производимой из угля. Это снизит выбросы парниковых газов на 750 тысяч тонн в год. Аналогичная станция коксового газа будет построена на заводе по производству кокса АО «Шубарколь-Камир». Сокращение выбросов в атмосферу составит 250 тысяч тонн. Развитие проектов по энергоэффективности. Решение экологических вопросов невозможно без модернизации оборудования. В 2019 году на Аксузском заводе ферросплавов введена в строй уникальная 64-я печь. Закрытый тип печи исключает выбросы в атмосферу. Реновация позволила снизить удельный расход электроэнергии на 25%. Снижать энергопотребление за счет современных технологий будут и на других предприятиях группы. В рамках экостратегии ERG нацелено внести существенный вклад в озеленение регионов присутствия группы. 420 тысяч деревьев планируется высадить до 2025 года. Инвестиции в проект составляют порядка $3,5 миллиона. Благодаря этим и другим проектам компания не допустит порядка 2 миллионов тонн выбросов CO2, снизит выбросы твердых частиц на 56%, уменьшит сбросы загрязняющих веществ на 30%, сократит водопотребление на 33% и переработает до 2 миллионов тонн отходов производства через собственную компанию-переработчика ERG Recycling. Стратегия развития ERG разработана с фокусом на экологичность и устойчивое развитие. Опорой этого документа стала ESG-повестка. В группе создан ESG-комитет, координирующий работу по внедрению лучших экологических инновационных решений и развитию производства. Миссия ERG созвучна с принципами устойчивого развития. Быть лучшими в том, что мы делаем. Развиваться вместе с миром, оставаясь верным своим ценностям. Бережно раскрывая потенциал Земли и человечества, обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается.